Начался ремонт подземного пешеходного перехода на железнодорожной платформе «Строитель». РЖД планирует выполнить работу в течение 2 недель. Об этом глава округа Юлия Купецкая доложила Андрею Воробьеву в эфире телеканала 360. С просьбой привести в порядок ступени губернатору Московской области обратилась председатель ТОС «Спутник» Мария Тябут. У нас есть видеообращение, которое записала жительница Мытищ Мария. Да, по-моему, Мария. Давайте посмотрим. Мытищ, железнодорожная станция «Строитель», подземный пешеходный переход. Прошу обратить внимание на состояние ступеней, об которые вечно спотыкаются жители, потому что дыры в них находятся. Со ступеньками сделать качественный ремонт. Большое спасибо. Это в городе самом, да, Юль? Это под платформой «Строитель» в Мытищах. Да, Андрей Юрьевич, это непосредственно в самом городе. Я тоже узнала заявительницу. Это наш активный председатель АТОС 30-го микрорайона. И благодаря именно ей мы в прошлом году на платформе «Строитель» приступили к реконструкции надземного пешеходного перехода. И здесь, благодаря поддержке Министерства транспорта, дорожной инфраструктуры и лично Анны Владимировны, мы совместно с РЖД полностью перевели в порядок надземный пешеходный переход, установили лифты для того, чтобы комфортно было нашим жителям передвигаться. Но остался еще подземный пешеходный переход. Мы эту проблему знаем. Сейчас благостроительный период. Вместе с АО РЖД приступаем к ремонту подземного перехода. Буквально на этой неделе у нас выходит бригада рабочих. Сроки исполнения работ мы для себя установили 2 недели. Поэтому в 20-х числах июля готовы будем сдать данный объект. Я думаю, что жители наши останутся довольны. Глава региона отметил важность информирования жителей о планах по строительству железнодорожных переходов и ходе работ.